Всем привет! Если кто-то хочет себя найти in the middle of nowhere в Германии, заезжайте в Брилон-Вальд. Это мы с четырьмя пересадками из Люксембурга едем в нашу следующую локацию в Германии. И вот на такую станцию мы забрели, где вокзал состоит из кафешки, и там диспетчер работает барменом. Погода классная. Тепло, везде много зелени, ну, в принципе, мы в горный массив заехали. Вот, ждем последнего, надеемся, поезда до нашего места назначения. Целый день мы добирались, и вот в такое чудо-место мы приехали. Называется Усель. Без приключений не обошлось. Да, но это уже будет отдельное видео, потому что не было сил снимать видео по поводу приключений. Главное, что мы добрались и поселились. Завтра идем на локацию, которая, в общем-то, нас сюда и привела. Да, в такие места, конечно, лучше ездить на машине. Мы остановились вот в таком чудном городишке, даже не городишке, наверное, деревня. Называется Усель, в горах Германии, недалеко от Виллингена, куда мы сейчас направляемся посмотреть достопримечательность. Всего 4 километра, такой миленький, конечно, миленькое поселение, все, да, милка, вон коровы лежат, пасутся. Нам сегодня очень повезло с погодой. Тепло, солнечно, здесь, конечно, куда ни глянь, везде зелень, леса, луга, поля, пахнет скошенной травой. Виллинген — это горнолыжный курорт, но летом здесь очень много трасс прогулочных, люди ходят пешими тропами в горах. И здесь сегодня какой-то немецкий праздник, и поэтому мы еле-еле нашли гостиницу. Нам просто повезло. Все вообще забукировано, и вообще практически нету мест. Вот, мы на той же улочке, вот наш отель. Вот такой вот, который нам просто повезло найти. Очень все миленько, красиво и чисто. Все в горах, наверное, потому что в городе никого нет. Sometimes I feel like a...